Всем шалом, доброго времени суток. Как и говорил, покажу, что у нас в ящичке. Одной рукой не получится. Не получится. Тут у нас три шпульки, которые вставляются внизу. Так, ящичек могу прикрыть, чтобы не свалился. Родная коробочка Singer со всеми наворотами. Даже не поленюсь высыпать. Два наборчика родных иголок. Раз, два. Непользованные. Бумажечка родная такая. Машинка не только шьет, но и вышивает. Поэтому у нее есть вот такие всякие приблуды. Вот это широкие шпули, они не подходят вниз. Это, скорее всего, вот тут просто сверху можно ставить. Широкие шпульки. Вот еще одна штуковина. Отверточка родная. Вот эти вот штучки, которые вверху. Отверточка, лапка, вот такая вот лапка, вообще. Ну, в этом всем надо, конечно, разбираться. Я максимум разбираюсь вот в этих лапках. Тут вроде все. Окей. Так, кто там что писал? Сейчас пойдем посмотрим. Так. Вот у нас это видео, где я писал черный ящик, что внутри. Версии людей. 4000 шекелей. Давайте откроем инструмент. Очень интересно. Так, дока, как всегда, целую петицию. Вот. Но у него тут мысль проскочила насчет швейной машины. Но он уже был второй. Вот этот хитрый дяденька написал Singer. Этот дяденька много знает. Так. Камера. Кинопроектор кварц, микроскоп. В общем, версий хватает. Корона Российской империи. Да. Все молодцы. Спасибо за варианты. Значит, покажу сразу. Вот они на eBay. Можем
зайти проверить. Это еще идут торги, здесь поставили, но еще как бы ставок нету. В продаже 4700, 6600, 4250, 6600, все в шекелях, видите, ИЛС. Вот, и так далее. В общем, если интересно, можете зайти полистать. Но в проданных, всегда, если проверяем товар, делаем отметочку sold the times, проданные товары. То, что люди хотят, это одно, а за сколько это можно продать, это совсем другое. И на тот момент, что я выставлял, вот этих машин не было в проданных. Вот сейчас две будет, смотрите, 3.93, 460 пересылка. И 3.164, 425 пересылка. Но опять же таки, надо смотреть, что там за комплектация, в каком они состоянии. Еще когда я выставлял, вот это было в проданных, 4553 и 3967, 3904, 3660. Пересылки сумасшедшие, еще 450, 495. Штука редкая, коллекционная. Сейчас покажу, почему, что и как. Значит, сейчас покажу код, но по каталогу можно открыть каталог, куда вы забиваете номер машинки. У моей номер между вот этим 022 034 и 024 533. Модель 222К. Выпущено было 2500 штук 15 марта 1960 года. И вот, то есть вот эти вот можете на листике записать. Сейчас я покажу на своей машинке этот номер. За 60 год было выпущено 7500 штук. Напоминаю, это модель 222К, потому что тут есть вот она. А есть обычные. Есть 221К, они подешевле. И 222 есть. Так, тут все показал. Возвращаемся к машинке. Итак, сама машинка. Очень миниатюрная. Вот она, 222К. Состояние. Ну, если это не идеальное, то покажите мне, что такое идеальное. Все просто, ну, наверное, можно заметить следы использования, да? Какие-то царапочки небольшие. Я увеличил, чтобы было видно. Но просто шикарно. Просто шикарно. Значит, в чем прикол? Вот эта штука, да, складывать. Но, во-первых, я подсоединил родная педалечка, что тоже немаловажно. Просто шепчет. Ну, понятно, машинка стояла очень много лет. Надо свет, кстати, работает. Класс. Машинка стояла, надо регулировать, смазывать, все это делать, это понятно, конечно. Тут не о чем говорить. Значит, в чем прикол данной модели? Почему она в два раза дороже обычной? Вот эту штучку открутили. И вот это все. И добро пожаловать. Шьем себе чулок, сапог, все что угодно.
кулька легко устанавливается, легко снимается. Подушку и бобинку. Так, сейчас мы ее отключим, чтобы нас не шандарахнуло. Я покажу ее номер. Вот ее моторчик. Все родное, красивенькое. Не знаю, может кто-то и видел такие машинки, я вижу первый раз. Вот ее номер. Можете срисовать и проверить по каталогу. ER-02-43-21. Симанко. Все вот эти навороты, как бы, платформы, всякие вещи. Фирма Симанко делала для Сингера. В общем, шикарная машина. Для коллекционера. Да и для дома. Так она удобненько все в ней так. Раз, закрутили, закрыли чемоданчик, хоп, чемодан в идеальчике тоже. В общем, буду ставить на продажу в Израиле, постоит немножко, не пойдет, значит, на eBay. Улетит с песней. Такие машиночки на дороге не валяются. Шикарно. Всем удачи. Шалом.